Остается Российский научно-исследовательский институт «Сигнал». Система управления комплексом позволяет с минимальными доработками. А сейчас компания СПС продемонстрирует экспериментальную разработку систему автоматического управления движением транспортного средства на базе автомобиля УАЗ. Система установлена на широко известный в стране автомобиль повышенной проходимости и обеспечивает управление автомобилем в нескольких режимах: технологическом, дистанционном, автоматическом и программном. При этом сохраняется режим обычного для нас ручного управления. Каждый из перечисленных режимов имеет свои особенности, возможности транспортного средства, информационно-управляющие системы, обеспечивающие полную автоматизацию работы системы. Особенностью данной разработки является наличие также насестников мотокросса, который показывает удивительные пируэты. Вот сейчас у нас остановилось управление робототехнического комплекса пожаротушения «Кедр» для МЧС Российской Федерации, в составе которого имеются две гусеничные роботизированные машины на шасси МТ-ЛБУ. В режиме технологического управления можно покинуть автомобиль и управлять им с удобного стандартного пульта управления. В этом режиме водитель имеет возможность завести двигатель автомобиля, включить любую передачу и тронуться с места, управляя курсом и скоростью, провести автомобиль по опасному участку любой протяженности. Вот очень легко, плавно выполняет.